для этой вот классической части. О спектакле «Подслушанное» я уже говорила, что это спектакль импровизация, в котором нет не записано ни одной реплики. Это вообще такого в Москве такого нет. Это единственный такого спектакль, который идет на московской сцене. Нас нажимает, да. Спектакль «Медные советы» тоже он необычен, потому что это детский музыкальный спектакль, но поскольку он сделан на тексте Григория Остера, то это такой очень хулиганский спектакль. Спектакль неправильный, который учит детей быть не хорошими детьми, а быть вот непослушными, хулиганами, шалунами. И поэтому он очень нравится детям и взрослым. Спектакль «Ночь с незнакомцем» – это совершенно свежая новая пьеса, которая написана драматургом Натальей Савицкой, и эта пьеса вошла в десятку лучших пьес 2011 года.